Более 500 мероприятий ко дню космонавтики проходят по всей России. В Элисте в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина школьники узнали факты его биографии, особенности характера и черты личности, которые помогли ему стать героем. А примеры из личной жизни первого космонавта Земли наглядно покажут, как полученные знания помогают добиваться успехов. Более 30 студентов и активистов приняли участие в интеллектуальной тематической викторине. Для игроков также показали документальный фильм об истории покорения космоса. В нашем регионе обществом знания организован ряд мероприятий в школах, в университете. Ну и вот мы проводим двойное мероприятие. Сегодня мы посмотрим кинофильм, посвященный Юрию Гагарину. И после кинофильма, после просмотра, наши ребята, наши студенты Калмыцкого университета примут участие в викторине, посвященной также Дню космонавтики. На самом деле, очень отрадно, что сейчас здесь принимают участие школьники и студенты, и сами они приходят сюда для того, чтобы показать свои знания, узнать что-то новое и отдают, получается, дань этому дню, отдают дань первому космонавту российскому, который первый вышел в космос. Вот. Но ожидания, могу сказать, что я думаю, в первую очередь, это получить новые знания. Все мы знаем все-таки, как проходил этот день, чему он посвящен, но все-таки не про все события этого дня мы знаем, поэтому надеюсь, что сегодня мы узнаем что-то новое.